Программа нашего канала «Экономика в деталях» вновь в числе лучших. Авторы телевизионного цикла завоевали второе место в одной из номинаций во всероссийском конкурсе «Финансовая грамотность населения». Члены жюри рассмотрели свыше 300 заявок. Больше всего работ поступило от журналистов Приволжского федерального округа. Телепроект национального телевидения Чувашии стал призером в номинации «Авторские программы». Организаторы всероссийского конкурса оценивали, как журналисты раскрывают финансово-экономическую тематику зрителям. Авторская группа проекта «Экономика в деталях» – корреспондент Дмитрий Ковалев, операторы Андрей Шоклев, Игорь Зверев, режиссер Алена Лизунова. Герои программы – руководители малых предприятий республики и представители финансовых ведомств, которые оказывают поддержку бизнесменам. Церемония награждения победителей конкурса намечена на конец ноября.